Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Гусюня, Кирилл Геймер, Фрэнка, Венера, Forever, King on Fire. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Здорово, ребята. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная серия, потому что у нас будет три крокодила-дантиста, и кто проигрывает, будет разбивать этот лаки-блок. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Кто умрет, тот лох. Согласен. Гусюнек умрет? Нет, не умер, хорошо. Да ладно, везет пока мне всем. Дима, ты. Я знаю, я смотрю, чтобы не проиграть. Не хочется же проиграть. Ладно, вот это самый счастливый мой зуб. А если честно, было немножко очковое. Потому что когда я говорю, что он счастливый, вечно проигрываю. Венера. Ребята, очень напряженный момент. Все так внимательно смотрят. Кто же проиграет? Ну, проиграй. Ну, ох, тебе повезло, хорош. Миньончик. Да, King on Fire, давай. Проиграй. Ну. Проиграй. Ну я нажму. Он не знал, как нажимать зубы. О, красавчик. Видите, некоторым людям надо прям помогать. Не все знают этих крокодилов бешеных. Так, гусанечек, проиграй. Ну, пожалуйста. Нифига себе ты резко поменял свой выбор зуба. Это просто жесть какая-то. Так, я сейчас не проиграю, потому что я счастлив. Так, надо вообще нажимать, где самое меньше нажато зубов. А самое меньше нажато на этом. Да, ладно, счастливый мой зуб. Отлично. Я счастливый. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Мы записываем ролики каждый день. И залетайте в наш Дискорд, поорем, пообщаемся и проведем хорошее время. Финал. Так, а что никто идет нажимать? Все забыли по списку? У нас как в школе. А что это лаки-блок, смотрите, двигается реально? Это живой лаки-блок, он уже хочет тоже нажимать зубы. Давайте понаблюдаем, вот он двигается или... О! Эй, лаки-блок, мы тебя успеем разломать. Только ж ты не уходи со сцены. Ну-ка, кто ж проиграет? О. Я думаю, что проиграет King on Fire. Не знаю, что, но мне кажется, так и будет. Твоя чуечка... Опа. Да, моя чуечка была правильно. King on Fire, давай, ломай лаки-блок. Там вообще рандомно выпадает. Может, жизни пополнится. Давайте мы посмотрим, как он будет умирать. Умирай танцующий, давай. Танцуют все, давай, во время сальтухи. Будет прикольно, если он во время сальтухи сейчас умрет. Раунд номер два, ребята. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика произойдет что-то очень эпичное. С этого лаки-блоки могут выпасть мерчи, метеоритный дождь и какой-то просто конец света жесткий, когда весь черный экран и происходит что-то неимоверное. Так, давай я тебе ставлю. Лаки-блок, ломай. Так, мне вот... А, ладно, убью так. Надеемся, ничего не произойдет плохого. Ему повезло. А что ничего не произошло? Нет, подожди, мне написано... А, let's play game. Офигеть, ты умер? А, надо было не двигаться мне, короче. Давай еще раз, хочешь поломать? Давай. Поиздеваемся вот, над гусаньком, а что же делать? Это нормально вообще, законно? А что ты гусанька? Ой, гуся жопа вверх подвешал. Почернел. Ой, горящий диван. А, нет. И что, просто диван выпал тебе? Ну ладно, пусть будет так. Так, поджимали все. Ну поехали дальше. Раунд номер три. Надеюсь, в этом ролике я все-таки сольюсь. Давайте, чтобы было веселее, будем сразу по два лаки-блока ломать. Мне кажется, это будет реально интереснее. Так, уга-буга пошел. Гусанечек. Да ты что? Ребята, ну это реально эпично. Давай, нажимай. Так. Все нормально. Мне опять не двигаться надо. Ну тебе придется двигаться. Давайте его подвигаем сами. Не двигай, зачем? Ну что было интересно, ты хотел всю серию просто стоять? В этом и есть прикол, что было веселее. Что это такое? Лаки-блок ожил. Бегите. А мы знали, что он живой. Да ну нафиг. Я знал, что они живые. Я предчувствовал это. Хорошо. Давайте дубль 2. Гусунек, ты ожидал, что ты в этой серии так часто умирать будешь? Да давай выбирай. Он танцует просто. Гусунек, я думаю, что ты сейчас опять умрешь. Вот, блин, было бы реально эпично. Я хочу ломать блоки. А, нет. А мы в конце ролика их просто будем ставить и ломать. Так, хорош. Отлично. Я пока посмотрю на стуле, как все умирают. О, следующий раунд будет два крокодила. Давай, King of Fire, умри. Выбирай. Хорош. Выбирай самом. Сейчас ты умрешь. Да. Не знаю, как я это предчувствую, но как-то предчувствую. В
Давай, ломай. У меня хорошее предчувствие очень. Так, метеоритного дождя нету, нету, смерчей нету. Нет. Поехали дальше. Мне ничего не выпало. Да не, а ну попробуй двигаться. Ладно, это баг какой-то. А может же такое быть, что ничего не выпадает? Ломай. Ну, танцюрист, ну, это, диско. Это самое... Ну, ядерный взрыв. Если честно, я не ожидал, что в них есть ядерный взрыв. Так, ребята, теперь у нас в этом раунде два крокодила. А следующий раунд будет один крокодил. Представьте, как это эпично будет, когда будет один крокодайлус. Поехали. Отлично, затащил. Блин, я так ожидал, что гусенек сольется. Ну, умри. Скорее всего, я сейчас умру. Не знаю почему, но у меня такое предчувствие. Нет. Короче, в этом раунде умрет Венера. Посмотрим, прав я или нет. Так. Уга-буга, я видел. Я так понял, тебе нравится, да, ломать? Да. Поехали, ломай. А, ему не двигаться. Да, да. Двигаться нельзя. Не надо. Толкать. Да не-не-не, не надо, не надо. Нет, стоп, у него 200 хп. Ломай. А, у него повезло. А теперь убавляются. Это что за бред? Нет, ладно, давай еще ломай. А, пока что-то не произойдет. О, а теперь ты просто гори. Что, жопка пригорейшн? Feel like a шашлык. Фу, воняет черным от тебя. Ты что, пластиковый, что ли, или что? Ладно, давайте, поехали. Удаляем еще одного крокодила. Теперь, ребятушки, один. Одинешенек, теперь будет вообще сложно выжить. Шанс очень маленький затащить. Уго, у него хп. Хорош. Кирилл геймер, погнал. Давай, Дима. Я отойду. Так, ну, я нажимаю свой несчастливый зуб. А, хорошо. Блин, смотрите, как мало зубов осталось. Шанс вообще манюсенький выжить. Блин, ну Венера все-таки сольется. Так. Я так думал, до меня уже очередь не дойдет. Да, и до меня. Ой, ну что, ну что, давай. Либо... 50% на выигрыш. Какой? Вот этот, вот этот, вот этот. Правый, 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 правый. Надо Уга Буги везет. Не, ребята, сам решает, что делать. Давай. Выпало. Я думал, метеоритный дождь будет идти, но он тут есть. Это будет круто, если это произойдет. Поехали. Пока что-то не произойдет, будет ломать лаки-блоки. Опа, тихо. Опять хп. Нет, давай, должно что-то произойти. О, просто взрыв? Давай еще. Это Кингафайр его сломал. Нет. Эй, Кингафайр, ты давай не... Опять ядерный взрыв. Так, ну, пол крокодила я сделать не могу, будем с одним играть. Так, давайте. Давай, уга-буга, погнал. Я хочу, чтобы он опять слился. А, блин, было бы классно, конечно. Нет, ты сольешься. Нет. Я бы не против слиться, чё бы и нет. Так, нажимаем свой зуб. О, кстати, я хочу сейчас выбрать зуб, который реально я сольюсь. Я думаю, что самый сливной зуб это вот этот. Ну и ладно. Нет. Мне кажется, такая фишка, когда ты хочешь слиться, ты не сольешься. Когда не хочешь, ты сольешься. Так закон полностью устроен. Этот. Блин. Все хотят лаки-блок поломать. А? Этот выбирай. Я проверял. Хорош. Для меня уже очередь не дойдет. Я так понимаю, если ты уже нажал, то все. Проверено. Ну, солись. Опять судьба между кошмарным и... Ну он сейчас умрет, смотрите. Проигрывай! Давай, ломай. Везунчик. Ну? А что это за бочка? Просто бочка? Подарок, подарок. Ладно, все, после ролика забираю ее домой к себе. Вонючую ржавую бочку. Так что у него жизни пополняется? Хорошо, давай дальше. Должно что-то по-любому произойти. Я отойду подальше, потому что что-то... Теперь все ненавидят. Краснючее небо. Там в чате написалось, теперь все ненавидят тебя. Ну хорошо, давайте будем с таким небом играть. Может оно пройдет. Поехали, еще раунд. Так еще эпичный. Блин, ну реально классно, что скайбокс поменялся. Это круто. Ой-ой, что-то идет.
А, нет. Что идет? Ты хоть не пугай меня. Не показалось там что-то сложное. Эта карта вообще стала на себя не похожа. Ты, Дим. Ай, блин, ну, я сейчас... Смотрите, сейчас я проиграю, 101%. Да, давай. Ну и ладно. Я специально так говорю, чтобы не проигрывать. Он. Представьте, да, сейчас кто... Проиграю. Как вы думаете, кто сейчас сольется опять? Буга-буга. Это какая-то не судьба, смотри, к этому опять все идет. Мне уже страшно. Ну, слейся. Есть. Давай, King and Fire, ломай. Так. А все, понеслась. Метеорит. О, метеорит и дождь, ребята, как я и хотел. А в нас не летит. Сейчас залетит, подожди, он долго будет идти, где-то минуту. А вообще взрывы есть, когда ударяются? А, да, есть взрывы. Не попадают? Там бочка до сих пор катится. Так, хорошо, давай еще один поломал акиблок. Так, let's play game. Начинаем игру. А, у него хп. Жизнь пополняется. Хорошо, давай еще. Диме недостаточно. И что? 200 брони. Плюс 200. Да блин, давай какой-то прикол выпадай. Насколько рандомно и много здесь всяких режимов. Пусто. Ничего опять, давай еще. Ему воздух достался. И чё? Опять плюс 200 брони. Да ты чё, издеваешься? Броненосец. Опять. Вы чё? Давай еще ломай. Да сколько можете, что везет? А, нет, не везет. Забирай свои слова назад. Это мощно. Ой. Это реально мощно. Так, сейчас очищаем карту. Ребята, ставим очень много лаки-блоков и начинаем их ломать. Готовы? Ура, да, конечно. Я ждал этого сюжета. О, гол, ты псих. Давайте сейчас будем по очереди подходить, и каждый будет лаки-блок ломать. Так, ой-ой. Красное это... небо. Хорошо. Это что у нас? Ё-моё. А что это? Смотрите на небо, как оно быстро крутится. Это мы куда-то летим, что ли? Сейчас, кстати, это все пройдет. Давайте посмотрим, сколько времени занимает вот это черное очко. Не возрождайтесь, это бессмысленно. Ну да, нема смысла никакого. Главное, чтобы ни у кого не вылетело. Ну, ладно. Я вижу, как пытается кто-то возродиться и сразу умирает за долю секунды. О, все. А что у нас с землей получилось? Но это реально какая-то другая карта. Офигеть. Ладно, давайте заново поставим лаки-блоки, потому что я так не нажал в этой серии. Так, кто у нас там следующий идет? Я. Давай. Необычным способом. Давай. Может, это как-то повлияет, если его взорвать? Да нас взорвет. Нет, нифига. Просто взрыв. Еще и мы умерли только. Это нормально? О, пердяшка. А чё у нас жизни тратятся? И лаки-блоки. Лаки-блоки активировались? А, они просто исчезли. И чё, мы сейчас все умрем? Ё-моё, это отравленная граната была. Опять жизни тратятся. Умираю, не надо. Даже противогаз не помогает. Оп, а я успел очистить карту. Все равно жизни тратятся, даже когда карту очистил. Надо, походу, ждать. Да, надо подождать, это около минуты длится. От гравитации что? Гусенек, ты что, опять хаваешь во время записи? Да. Ребята, если вы кушаете, говорю вам еще раз, приятного аппетита. Ну хорош умирать. Дима, о, и гравитация высокая очень. Да. Нереальная какая-то. И долго мы так умирать будем? Вот это мне интересно. Может, все уже хорош? А может, у него нема конца у этого эффекта? Да. Блин, да это бред, что делать? Ну, давай тогда... О, я знаю, что можно сделать. Можно сохранение загрузить? Не-а. Нифига. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения. Всем пока. Всем пока. Всем пока.